Вот и на связи. Адольф Гитлер — это нетривиальная, интересная личность в истории. Вот сегодня мы за него и поиграем. В Гаррис Мод, Вторая мировая война, URF, жизнь в оккупации. Все ссылки будут в описании. И, конечно, не забудь поддержать видеоролик лайком, а канал подпиской. Начинаем. Все же перед тем, как идти топить печи и готовить газовые камеры, надо заняться госделами, которые и верил мне Deutsche Falken. Присядь на это кресло и начну. Но сначала небольшой подарок от меня вам. Нажимайте кнопочку F4, заходите в донат и вводите мой промокод Отто. Затем нежно нажимаете активировать и получите эти великолепные бонусы. Безусловно, нужно следить за буквой закона, чтобы она всегда была актуальной. Давайте проверим. Газовая камера, расстрел. Ага, все верно. Арест нелегальный. Почему с маленькой буквы? Немедленно исправить. Еще бы я добавил расстрел за вредительство в тылу, потому что если храбрый человек на фронте может умереть, то негодяй должен умереть. Вредительство в тылу. Теперь вроде смотрится более-менее симпатично. Еще я обожаю дипломатию и думаю, стоит проверить, как у нас обстоят дела. С красными, безусловно, война, с этими ордами не о чем говорить. США и Великобритания, к сожалению, но глупцы в этой псевдоэлите не хотят заключать. Финляндия? Какой ублюдок поставил войну с Финляндией? Нам наоборот надо иметь с ней как можно лучшие отношения. Ну, поработали и хватит. Пора и отдохнуть чуть-чуть. Вызвал офицера СД, мне надо, чтобы немедленно мой повар приготовил что-нибудь. Как же они долго несут мой кофе, совсем страх потеряли. Ладно, я всем покажу, видимо, совсем забыли, кто такой фюрер. Ну, наконец-то! Штурмбанфюрер, почему вы так долго отсутствовали? Мой фюрер, я был... Ладно, об этом поговорим потом. Ваша радость, что мне сейчас не до этого. Разливайте нам кофе. Как вас зовут, офицер? Вильмер. Вильмер, сколько вам лет? Вы довольно молодо выглядите. Мне 19. Вам 19 лет, и вы уже штурмбанфюрер? Я вольмайфюрер. В руководстве СС точно все сошли с ума. Приветствую вас. Обязан защищать вас. Я знаю все ваши обязательства, вы опоздали. Готовьте машину, я скоро буду выезжать. Ну, Свильмер, пока я попиваю кофе, расскажите, как же вы так дослужились до штурмбанфюрера? У меня просто друг был в НСДАП. Вы хотите сказать, что это происходит в моем рейхе, Вильмер? Вольмайфюрер. С этим мы разберемся позже. Утро начинается с плохих новостей, Вильмер. Только представьте себе, с утра я прочел, что мы находимся в состоянии войны с Финляндией. С тем самым маршалом Маннергеймом, великолепным интеллектуалом, к которому я недавно ездил на юбилей. Это прекрасный маршал, это прекрасный государь, полководец, человек. Ладно, Вильмер, сегодня много дел, пройдемте. Машины никак нет, потому что все разобрали, так доложил шеф управления. Я правильно понимаю, что не нашлось автомобиля для вашего фюрера? Вы совсем здесь обнаглели? Доложите, чем занимаются эти бойцы вермахта? Почему они ничего не делают? Вот и с этого надо начинать. Сегодня мне надо навести порядок жесткой рукой, как о том говорил Бонапарт. В вашей жизни есть какие-то... В оккупационном Берлине опасно так. Мир принадлежит храбрецам, запомните это. Я ничего не страшусь в моем Берлине. Вильмер, доложите. Они хотели куда-то патрулировать, но... Красноармеец, осторожно, осторожно, красноармеец. Какого черта, почему они допускают этого? Уничтожить его! Позорники! Офицер, боже. Доложите, почему вы допустили вот это вот существо на моей территории? Извиняюсь, но у меня не было распоряжения на вашу охрану. Охраной занимаются лишь стандарты СС, не мы. Офицер, вы патрулируете улицы Берлина. Вы защищаете Германию, а не меня. Свободны. Мне действительно надо было устроить те же чистки, что и Сталин в 37-м году. Наверное, такого бы, что происходит сейчас, и не было. Мы подъезжаем к местному лагерю. Сейчас Вильмер будет мне его демонстрировать, показывать. Надеюсь, что хотя бы здесь не будет разочарования. Рассказывайте, Вильмер, что здесь у вас? Мы недавно сожгли еврей. Вы хотите сказать, что на этих шахтах и цехах никто не работает? Вы сожгли всех рабочих? Не мы, но... Вильмер, вы понимаете, что нам сейчас не хватает рабочей силы? А вы сожгли евреев, которые превосходно справлялись с этой работой. Что-то меня не
в последнее время очень расстраивают. Вильмер, подойдите сюда. Вы знаете, что это такое? Что за теми дверьми? Я вот. Расскажите, что там? Крематорий. А вы знаете, куда будут помещены все враги Рейха? Вне зависимости, внутренние они или внешние? Я... Куда, Вильмер? Крематорий. Вы толковый парень, но почему-то докладываете мне очень много плохих новостей в последнее время, Вильмер. Покажите, в каких условиях содержатся заключенные этого лагеря. Недавно, Вильмер, я прочел отчет одного офицера, который доложил, что заключенных плохо кормят. И они даже умирают от голода. Это так? Вы вредите Рейху? А почему у вас вздыхают от голода заключенные, которые должны работать во имя Рейха? Вы понимаете, что каждый патрон, каждая гильза важна на фронте? Вы, по всей видимости, Вильмер, не были на фронте. Пройдемте, СД. Кого мне подсунули? Скажу вам честно, даже близ Берлина, лагерь, который вот мы сейчас осматривали, находится в катастрофичном состоянии. Я очень-очень сильно расстроен. А теперь везите меня на линию фронта. Я хочу посмотреть, как обстоят дела там. Мы попали под обстрел. Мой чертов водитель, как видите, здесь перевернулся. Защищайте своего фюрера. Черт, как? Кто посмел напасть на меня? Пройдемте с открытой территории. Немедленно в здание. Хорошо, что у меня есть пистолет. Вот это сволочь. Вот он. Большевик. Вильмер, допросите его. Поработайте хотя бы здесь. При мне, здесь. Но давайте посмотрим, может он здесь хотя бы что-то из себя будет представлять. Название, чай. Но по его тупому выражению лица, скорее всего, он ничего не понял. Прекратите. Прекратите. Вильмер, видите ли? Это обычный резервист, обычный скот. Их кадровую армию мы разгромили за пару месяцев. Самое забавное, что оказывается, этот штурмбанфюрер, несмотря на все его минусы, знает русский язык. Интересно. Капибар, я хочу увидеть его расстрел. Устройте. Ну, от него все равно не было толка, а мучить не хочется. Мы прибыли в этот небольшой домик. Здесь и будет моя временная ставка. Вильмер, расставьте мебель, тут будет моя временная ставка. Пулеметчик, идите на выход и охраняйте. СД, как прибудут все остальные бойцы, доложите. Я... Молодой человек, скажите, вы хотите сохранить звание штурмбанфюрера? Я... У вас есть шанс исправить все предыдущие оплошности. Сейчас вы будете командовать наступлением на красных. Если все закончится великолепно, вы останетесь в звании штурмбанфюрера. А если вы подведете меня, Вильмер? Вы помните наш разговор в лагере? Вот и отлично. Пройдемте. Итак, офицер, у меня для вас прекрасные новости. Прибыло подкрепление, вы вместе со штурмбанфюрером будете руководить этой операцией. Пройдемте в ставку. Ну и посмотрим, как будет работать наши зальдаты. Значит, мы прошли практически до их территории, прошли через мост. Красноармейцы, они не подготовлены, то есть вообще не вооруженные, у них оружия практически нету. Также у них нету военной подготовки, то есть легко их на них напасть эту. Я вас понял, обсудите сейчас план при мне с Вильмером. Вы будете действовать сегодня вместе. Отлично. Значит, смотрите, мы поняли, где их расположена база. Предлагаю обойти с двух флангов. Первый отряд обойдет через мост, грубо говоря, в лоб. Другой отряд подойдет с юго-востока. Отличная. Ну что же, офицеры, если это все... Давайте выдвигаться, я буду следить за вашей работой. И заодно посмотрим, кто справляется лучше. Вермахт или же Waffen-SS. Я думаю, это будет довольно любопытное зрелище. Я надеюсь, вы хотя бы провели рекогносцировку. Мы уже готовы выдвигаться. Великолепно, можете выдвигаться, берите пулеметчика. Я так понимаю, Вильмер меня снова подводит. Я буду за вами наблюдать. Бойцы СД, охраняйте меня. Прекрасное место для наблюдения. Вильмер все-таки попадет в тот крематорий. Ублюдок. Это, скорее всего, засланец большевиков, потому что больше, чем он, как по мне, не навредил никто. Но ничего страшного, сейчас 4 моих отважных воина покажут этим красным, как наступать своими лапами, обметками, обмотками на германские земли. И вообще, сходите, проверьте вперед, как успехи вермахта. Побежал смотреть на успехи, но я даже в них не сомневаюсь. Мне не терпится, пройдемте. Нас никто не останавливает, это значит, парни справились. Молодцы, я ими горжусь, как
своими сыновьями, хотя они и есть мои сыновья. А вот он, флажок советов. Звездочка, теперь это все наше. Великолепно, мы вернули свои прошлые земли. Давайте спросим у офицера, как все прошло. Докладывайте, офицер, вы проделали большую работу, молодец. Операция завершилась успешно. В принципе, потеряли мало людей. Потери были невелики. Великолепно, офицер, служите родине и дальше. Ну и вот так заканчивается тяжелый день Адольфа Гитлера, фюрера Третьего Рейха. Давно я хотел увидеть такую картину. Вот примерно как-то так и провел день Адольф Гитлер. Я еще раз напоминаю, что играл на сервере в Гаррис Мод Вторая мировая война, URF, жизнь в оккупации. Все ссылки будут в описании. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся. Since I was young, when I was young and